Здравствуйте! Что у вас? 84 балла по математике! Я сразу зачислена! Поздравляю! Вы 1528 студент с таким результатом. На 3 бюджетных места. Вы что, к нам в вуз 27 баллами по русскому языку? Вы с ума сошли? У меня тут есть один очень интересный видосик с вашим участием. Вы приняты. Уже 3-й год поступаю. Да, но, к сожалению, и в этом году нет. Ну, проститутка, так проститутка. Что нового на работе? Да вот, баки новые во дворах поставили. А я на пилатес пойду. Это что, какую-то новую свалку открыли? Выбросишь мусор? Ты прикалываешься еще и дома? Не, ну а что такого-то? Ты мне с собой забери, я на работу возьму. Фу, бля. Дорогой? Алло? Я сегодня где-то в 6 заканчиваю. А, я тебя тогда на рабочей машине заберу. А, я, походу, задержусь. А, ну смотри, место для тебя всегда есть. Любимый, с днем рождения! О, и что же это такое? Духи! Ты у меня такая креативная, уже 7-й год подряд на все праздники. Духи, спасибо. Это было лишнее. Блин, я так устала. Устала она. Деточка, сколько лет тебе? На пенсии отдыхать будешь? Дед, смотри, у меня на видосе 1 000 000 просмотров. Это разве достижение? Вот я БАМ строил, за нами вся страна наблюдала. Даже в программе время показывали. Дед, смотри, какой красавчик. Это мужик? Я думал, баба. Развелось. Дед, смотри, как лучше, вот так вот или вот так? Лучше тебе ремнем по жопе надавать. Вот мы в свое время в космос летали, а вы со своими срамограммами. Сталина на вас нету. Деревню завтра поедешь со мной. Научу тебя корову доить, а то херней тут все занимаешься. Не поеду, не поеду. С Y-классом на Тахо встречаю. Вот тебе и антицеллюлит. Парикмахерскую ходил, да. Мы ему еще, смотрите, новую майку купили. Лиза! А еще он вчера ходил в гараж. Да-да, конечно, он будет. Лиза, я сам могу. Конечно, ты сам можешь. Кушай и молчи, пожалуйста. Ваня, сядь ровно, я тебе сказала. Не жрать еще. Ты что, майку, скотина, такое не погладил? Телефон со стола с собой брал. Ты что, Сибас? Угу. На эти деньги можно было на целый месяц на рынке мясо купить. Угу. Еды-то сколько наделали? Все равно не сожрут все. Угу. Лучше бы нам деньги отдали. Угу. Нет, ну дом, конечно, огромный. Угу. Но я бы не смогла в таком жить, как в ангаре каком-то. Угу. Ну и, короче, я проезжаю остановку. Эти дебилы кнопку не нажали, а я что, буду останавливаться, типа... Я что, собственно, потом из лидопарка устроился? Я когда в армию пошел, меня на грузовике там как зачесали, я просто вообще там был самый халявный. Ой, знаете, мужчины вообще не понимают, как нам тяжело. Они думают, что мы, женщины, сидя дома, нифига не делаем. Вообще-то мы стираем, убираемся, моем посуду, ходим по магазинам. Домой и просят пожрать. Так приготовь себе сам. Ну ладно. Вкусно? Куда? Ну приготовь себе еще. Запомни, если девушка говорит нет, это значит да. Пойдем. Привет. Давай я к тебе сегодня заеду. Ой, нет, не надо. Я сегодня себя плохо чувствую. Хорошо. Выезжаю. Я же сказала нет. Мне сегодня не здоровится. Через полчаса буду. Чао. Хочешь познакомиться с классным парнем? Нет. Отлично, меня зовут Макс. Ты не понимаешь слова нет? Да-да. Куда идем сегодня на ужин? За***л. Дорогая, ты мне когда-то изменяла? Нет. Да как ты могла? Я же тебе верю. Мое сердце разбито. Дорогая, я пойду завтра к Костяну в GTA рубиться. Нет, завтра мы едем к маме. Отлично, Костян, все в силе. Спасибо, любимая. Здрасте. Пап, знакомься, это Дан. Я очень люблю вашу дочь. Ты русский? А, конечно, русский. Вся моя семья здесь родилась. Странно.
а по морде не русский. А, у папы мало свой бизнес, мама домохозяйка. Ты говоришь русский. Ой, вы тут такой молодой. Это мама. Какая красивая у тебя мама. Так ты еще и пиздол. Вообще я программист, и сейчас мы разрабатываем свое приложение. Стрелять умеешь? Fortnite или PUBG? Тогда на охоту пойдем. Нет, я не пью. Здоровый образ жизни, сыроедение, ЗОЖ. Всем пока-пока, ставьте лайки и обязательно подписывайтесь. Блин, что-то какой-то расфокус, походу. Че со звуком? А похер, я классно, меня и так будут смотреть, а? О, блин, новый челлендж! Блин, надо успеть заснять, пока я Дагаль еще сделала. А, и Ивлеева уже сделала, и Кулик заснял. Блин, надо заснять такой же видос, как у Карины Кросс, но чтобы никто не догадался, что это такое же. Ну, типа с таким же сценарием, но как будто бы с другим. Вот в тот же момент, чтобы было то же самое. Так мало просмотров. Походу, дело в превьюшке. Надо жопу! На работе нового. Да вот, новые игрушки завезли вчера. Интересные. Что интересные? Ну, нашему сыночку понравится? Мне завтра нужно на ногти, а он тогда с тобой посидит на работе. Лиза, ему 4 года, ему нельзя в такие места. Ой, да ладно тебе, скажешь ему, что это игрушечный магазин. Дашь ему какие-нибудь кубики, шарики. Шарики? Анальный, действительно, отличная идея. Ну дашь ему наручники поиграть. Он уж так любит играть в полицейского. Ну да, все же полицейские ходят с пушистыми наручниками. Ну у вас там все равно есть помещение свободное. Он там посидит и никому мешать не будет. Ты про садома за комнату? Да он там ничего не поймет. Скажем, что это дом вампиров. Вот видишь, как хорошо. Лиза, ты в своем уме? Не буду я брать его ни на какую работу. Ну я-то на трассу не могу его взять. Хочешь водичку? Не-а. Будешь шоколадку? Не-а. Слушай, Янка, помоги, поддержи, брат. Достала, мой путь! Ну, мне нужна будет новая квартира, машина, загородный дом, новый айфон, там бриллианты всякие. Не, ну круто. А что взамен? Секс? Так-то да, проститутка дешевле. Ты что, обиделась? Да! Это вообще-то я должен обижаться. Ты мне машину разбила. Ну блин, если я не буду обижаться, как я на тебя вину свалю? Боже, я сломала тебе всю жизнь. Я постоянно выношу тебе мозги. Я ревную к тебе несуществующим бабам. Я трачу все наши деньги. Боже, я даже скандал устраиваю на ровном месте. Да, ну, значит, нам нужно расстаться. Нет! А кому я мозг буду выносить? Да ты что, я тысячу раз кальян отпила. Да даже я не курила. Вося! Курим, бля, кальян, курим, бля, кальян. Хороший кальян. Это что, все через эту копу курят, а потом герпес, гепатит? Мне отдельно, пожалуйста. Сколько, сколько? За вот этот дым столько заплатил? Лучше бы мне отдал. Ян, ну пошли, уже 3 часа сидим. Тут еще осталось. Еще раз! А можете, пожалуйста, забить на молоке? Вы забиваете в касание или плотно? На керамике или на силиконе? Да, а можете вынести кальян с двумя трубками? Говно кальян! Я вот в Дубае была! Марина, а что делать? Топухи! А я кальянная вот! Алло, Галочка, не угадаешь, где я? Да, кальянный! Не видишь? Сейчас фотку пришлю! Девушка, освободите, пожалуйста, чужой столик! Сейчас, да! Блин, вообще вещь, вот эту тему надо бизнес мутить, надо в Китай, покупать, в Китай покупать такие, вести, продавать, сдавать, сдавать надо, короче, надо мутить что-то, надо звонить Валере. По-моему, полная шляпа. Так дорого и вообще еще и не едет. Нет, вот у нас в детстве нормальные самокаты были. Я просто не понимаю, зачем тебе эта ерунда.